Мой друг проследил за мной, пока я спал. Двери в мой дом были закрыты. Он проверил всевозможные ходы в дом, но ни один из них не подходил. Поэтому он решил подкрасться незаметно. Он подошел к стене, вырезал там отверстие и прошел сквозь него внутрь моего дома. Вы, наверное, спросите, а что ему нужно в моем доме? А все потому, что в моем доме хранится тайный чемодан, внутри которого... А, стоп. Я же не должен говорить, что лежит внутри. На это он и тайный, собственно. Эта шоколадная задница пробралась на второй этаж, пододвинула своей жопой книжные полки, ну и, собственно, добралась до чемодана и вынесла его нафиг из моего дома. Просто класс! Но я его просек. Вон он. Скорее всего, он отнес этот чемодан к себе домой. В какую-нибудь самую секретную комнату. И сейчас-то он за это получит. Еще раз повтори, как он это сделал? О, привет! Еще раз, смотри, вот был Леня. Ага. Надел он, значит, свинью на голову. Так. А вот дом Владуса. О-о-о-о. И эта дебильная шоколадка со свиньей на башке пошла в дом Владуса. Ничего себе! А дальше-то чё? Чё-чё? Вытащил из моего дома самый дорогой кейс, видишь? Что? Так, ты мне должен помочь. Давай, иди-ка сюда, я тебе сейчас... Давай! Иди-ка сюда, я тебе сейчас кое-что выдам. На, держи, это тебе дротики. Да куда ты упал-то? Держи, духовая трубка. Теперь пошли за мной, сейчас такое сделаем. Этот Леня точно должен получить по заслугам. Савчик! Да иду. 5 минут спустя. Значит так, видишь вон того нуба? Ого! Смотри, значит ты вот влекаешь, а я пробираюсь сзади него. Там должно лежать секретное зелье, понял? Давай! Все, давай, иди, отвлекай. А я сейчас... Да... Поаккуратнее нельзя? Здорово, братала! Короче, ты прикаляй, вчера с такой девчонкой встретился! Закачаешься! Ты просто потом, я тебе покажу потом фотографию, это должно быть где-то здесь. Так, давай, скажи, опа, пошли со мной, смотри, я покажу сейчас ее. Вот она там куда-то зашла, вот там где-то она ходит. Савчик, иди сюда, Савчик, я украл сундук. Ой, давай-ка вот сюда заходи, братан. Ты не мог, ты там его куда носил? Да я пока... Да неважно, погнали! Ладно, погнали, давай, сундук, главное умиляться. За мной! Еще 5 минут спустя. Владус, а что в сундуке-то? Ну как, что, там секретное зелье, смотри, что мы сделаем. Снотворное. А кого снотворновать будем? А кого? Леню, только смотри, как мы это сделаем. Владус, это что было-то? Походу, все-таки... Сработало! Нифига себе! Чё, я бросаю? Бросай, давай, бросай! Это будет феноменально! Ну что? Ну чё там? А всё сработало! Теперь быстро за мной пойдем до Ленчика! Это будет просто офигенно! Когда-нибудь я стану умным и разгадаю этот ребус! А пока что я тупой! Так это же... Легкий ребус, там же понятно, что загадано. Ты решил? Нет. Напишите в комментариях, какое слово зашифровано вот в этих буквах. Я уверен, у вас получится. Слушай, Леня мечтал всегда... Топчик будешь? Нет, сейчас не буду. Давай, убирай вот это дело. Леня всегда мечтал стать качком. Я должен быстро накачаться. Начнем с беговой дорожки. Я похудею к лету. Точно. Мне же нужны мускулы. Начинаем анжумание. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Фух. И сейчас-то мы с тобой в этом ему поможем. Я качок от бога. Давай, пошли за мной. Нужно пробраться на самый верх дома. Давай. Мне нужны какие-нибудь блоки. Вот, держи. Ты это, с блоками-то аккуратней так бросать. Ну ладно, ничего не будет. Давай, пойдем подниматься. Карапуз-пельпуз присоединился к игре. Ура! Поиграю в Майнкрафт. А? Вот и он, Савчик. Значит так, я обхожу дом, а ты стреляешь. Понял? Понял.
И я готов. Все, давай. Я быстро. А вы пока что сейчас лайк. Да не в меня стрелять. Ты что, с ума сошел? Мне если в задницу попадет, я тут же усну. Дротики-то специальные, они со снотворным. А вы пока что поставьте лайк, если ждете больше таких видео на канале. Я знаю, что вы хотели видеть ролик с троллингом. Я даже в телеграм-канале вот в этом у себя спросил, какой ролик вы хотите видеть больше всего? Конечно же, троллинг. Троллинг, троллинг, еще раз троллинг. Так, я забираюсь в дом Лени, а ты сейчас ставь лайк, это реально важно. Давай на второй этаж. Савчик, давай, стреляй! Ага, стреляю! Прячемся. Так, прицелимся и... Огонь! Да где ж там мои... А! Попал! Отлично сработано, он уснул! Бегом, забираю! Давай, Савчик, спускайся вниз! 10 минут спустя. Владус, а чё мы сейчас с ним делать-то будем? Ну, как чё? Мы поможем ему стать качком. О, как? Мы его откормим. Давай, Леня, ешь. Понемногу, по чуть-чуть. Давай, жри. Ща мы его откормим. Сейчас будет смешно. А что дальше-то? Чё? Давай в дом его относи. Понял. Тюм. Бежим отсюда скорее. Сваливаем. Вот я и проснулся. Что со мной? Получилось! Смотри, сейчас сломаем окно, и я даю тебе жемчуг, эндер-жемчуг. Бросай в него, понял? Так, сейчас прицелим. Ё-моё, получилось! Так, теперь нужно мне и... Погнали! Ух, ё-моё! Все получилось, Савчик! Оп, а где мы, Владус? А, где мы, как бы тебе сказать? Ну, мы как бы с тобой внутри Лёни. Мы с тобой сейчас заложим сюда кучу динамита, понял? Ничего себе! Ты что придумал-то такое? Давай, закладывай, сейчас взрывать будем эту задницу шоколадную. Это я завсегда, это за мелодию. Это ему сейчас будет хана, вот это ему не поздоровится. А я вам говорил, ставьте лайки. Вы не пожалеете, еще успеваете, давай. Савчик, как там, построил? Да капец, я тут все задинамитил. Отлично. Ну чё, давай, на счёт три взрывай. Раз. Давай. Два. Поехали. Лёнь, я тебя так люблю. Леониде, ты выйдешь за меня? А, что? Все получилось. Ага, давай, иди за мной. Сейчас мы у него мой чемоданчик украдем. А ты прямо сейчас, да-да, ты, кто смотрит этот ролик, ты прям нажми на кнопку подписаться. Это очень важно, она здесь это на экране. Стопудово. Я тебе говорю, нажимай, а вот мой чемодан. Если ты хочешь, ты что делаешь? Ты что делаешь, зараза? Не вздумай этого делать. А что, посмотри следующее видео. Оно здесь, на экране. Нажимай скорее!